В Южно-Казахстанской области благодаря программе «Рухани Жангыру» на горе Ардабасы планируют построить туристический комплекс. По задумке архитекторов там откроют кафе и гостиницу, смотровые площадки и новый музей. А на месте бывшего карьера – амфитеатр под открытым небом, откуда открывается красивый вид на окрестности. Все постройки будут возведены таким образом, чтобы не нарушать естественный природный ландшафт. Национальный историко-культурный заповедник Ордабасы занимает 1000 гектаров. Считается, что именно там много веков назад три казахских жуза объединили свои усилия в борьбе с джунгарами. Мы построим такую инфраструктуру, чтобы туристам было удобно. Это будет комплекс, где люди смогут прикоснуться к истории, ощутить свою связь с прошлым и в то же время отдохнуть.